Добрый день, друзья! Меня зовут Олег, для тех, кто еще не знает. Я основатель клуба Crypto Leaders Club, где мы обучаем и новичков, и людей уже с опытом заработка в интернете, зарабатывать нормальные деньги, подбираем именно такие проекты, где можно максимально быстро, хорошо и максимально безопасно, ну, с нашей точки зрения, естественно, зарабатывать в интернете. Смотри, дружище, я думаю, если ты там сегодня пришел, там, может, ты там только с работы пришел, устал, там, естественно, хочется поднять тебе настроение. Для новичков рассказываю, ну, опять же, для тех, кто недавно смотрит мои видео, просто такой маленький интересный такой факт из нашего клуба. Смотри, у нас есть в клубе человек, который пришел в него, и, ну, раньше он работал в Газпроме, до этого он работал в Газпроме. Поработав несколько месяцев там буквально, да, несколько месяцев в нашем клубе, он так заработал, что решил, что смысла уже нет больше идти на работу, там возвращаться в Газпром, написал заявление, разместился в всех соцсетях, ну, что все, он уволился с Газпрома и теперь нормально зарабатывает, человек уже просто, ну, естественно, как бы, какая бы классная работа ни была, сколько бы там ни платили, всегда хочется сидеть дома, зарабатывать там, на своем компьютере или там даже вот как сейчас мы там зарабатываем проекте Артери на своем, вообще можно на телефоне зарабатывать. Ну, давай еще я тебе тоже подниму настроение. Совсем недавно в своем телеграм-канале я разместил такой мемчанский, я думаю, мемы все любят, давай поднимем друг другу настроение. Смотри, смотрим. Ну, я так понимаю, это отец и сын. И сын спрашивает: пап, а откуда у наших соседей новая машина? Они же никогда не работают, а только путешествуют. Отец отвечает: они покупают биткоин. Сын: а почему мы не покупаем? И здесь смотри, такая следующая картинка. Я так понимаю, отец, наверное, леща навалил сыну, или потому что у него голова как-то так. Вот, кстати, не знаю, навалил или не навалил. Дружище, напиши комментарии, как ты думаешь, папка леща отпустил сына или нет? И смотри, он отвечает: а мы в эту фигню не верим. То есть папка до сих пор не верит в биткоин. И в принципе есть, наверное, еще остались такие люди, которые до сих пор не верят в биткоин. Хотя смотри, тоже, да, ну, такой небольшой тоже такой исторический экскурс, так сказать. Смотри, сейчас опять биткоин подрос уже практически до 20 тысяч. Это было вот в 2018 году, когда он доходил там до 19 тысяч, почти 20 тысяч. Но не это интересно самое. Смотри, из новостей. За 2019 год появилось более 40 миллионов миллионеров. И смотри, какая интересная такая статистика, что большинство из них, чуть ли не 90%, они все стали миллионерами благодаря тому, что воспользовались возможностями именно криптовалют. Они или инвестировали, или занимались криптовалютой. То есть большинство миллионеров становится благодаря криптовалюте. Ну, а не так, как в том мемчанском, что я тебе только что показал, где папка там до сих пор не верит, он старовер, не верит, он хочет ходить на работу до конца жизни, там, я не знаю, там, и получать в конце там нищенскую пенсию. И, ну, естественно, если он вообще доживет, там, наверное, сколько сейчас там уже, 65-70, скоро сделает, наверное, 80 пенсионный возраст, чтобы никому не платить ничего. Но зато папка не верит в биткоин, его же нет. Еще смотри, такое интересное, смотри, биткоин в самом начале, это даже было там 2013 или какой там год, даже тут не показывает, он стоил на самом деле, тут пишет, ну, 143, ну, на самом деле в начале он там, по-моему, 10 центов не стоил. Были такие, тоже интересная история, люди покупали за 10 тысяч биткоинов одну пиццу, там, это известный такой факт, я думаю, если кто не знал, но тоже такой веселый. То есть, смотри, дружище, что вообще на данный момент, какие возможности есть, ну, там, у обычных людей, которые там не имеют миллионов, не имеют миллиардов, не могут инвестировать и не получать там 7% в год, которые обещают там какие-то там банки, которые там тоже там бывает закрываются и все такое. Смотри, если, ну, опять же, например, да, если бы мы там купили там в 2010 году там за 10 центов, например, там на $100 этих монет там или на 200, там, пусть даже там, даже на $50, то мы сейчас там, по-моему, 40 тысяч раз это все увеличилось, мы бы стали там, имели бы там от 4 там миллионов долларов и выше. Всего лишь, да, за 10 лет. Кто-то работает всю жизнь по 40, там, по 50 лет и зарабатывает, там, я не знаю, сколько там, 10, 20, там, 15 тысяч пенсии сейчас. А кто-то просто покупает там на какие-то там на копейки
биткоин там или криптовалюту и становится миллионером, просто миллионером. Вот такая пенсия, да, нормально. А те, кто заходили там даже там раньше чуть и доходили, там даже 10 лет не нужно, там кто-то в течение года становится миллионером. И смотри, к чему я это все веду. Вот сейчас как раз задавали много вопросов по проекту Artery, где мы зарабатываем с нашей командой. И почему именно на данный проект переключились, ну, вся наша команда и практически все наши члены команды зарабатывают именно здесь. Потому что, смотри, биткоин, опять же, все знают, там можно было получать, майнить монету, покупать там дорогущие фермы, майнинг-фермы, там, асики какие-то, там, каких там, видеокарты на компьютер. Там, ну, по-моему, от нескольких тысяч долларов надо было инвестировать для того, чтобы заработать там какие-то копейки, намайнить этот биткоин. Там карты эти горели, там фермы эти сгорали, приходила налоговая, там за свет там платили люди, там кучу денег. Но все равно как бы там кто-то зарабатывал. Но пришло время и появился новый такой этот, ну, такая возможность. Не надо уже ни покупать никакое оборудование. Сейчас криптовалюту можно добывать просто даже на своем телефоне. Вот, например, в проекте Artery, почему мы здесь сейчас и зарабатываем активно, и строим там команду, и активно зарабатываем, и пассивно. Здесь можно зарабатывать просто, поставив программу на телефон или на компьютер, без разницы. Здесь больше 5 способов заработка. Здесь можно заходить как и на пассивный доход, если ты там не лидер какой-то, не умеешь пока еще приглашать. Хотя у нас в команде есть обучение, у нас даже тоже такой интересный случай. Смотри, у нас сварщик, который зарабатывал там, по-моему, 20 тысяч рублей в месяц, он за 10 дней заработал свою вторую зарплату, по сути. Тоже обучаясь у нас в клубе. Не поэтому, не думаю, у нас пенсионеры зарабатывают там по несколько своих пенсий. Все, кто желает зарабатывать, кто желает обучаться, у нас есть обучение, у нас есть результаты, мы просто делимся. Я, например, уже больше 10 лет зарабатываю в интернете, нигде больше не работаю, потому что смысла нет. Можно зарабатывать в интернете и проще на самом деле зарабатывать, и можно больше зарабатывать, и веселее, радостней. Также, ребята, смотрите, меня спрашивают, какая у меня цель. Я как бы, ну, недавно совсем начал озвучивать эту цель. У меня цель, чтобы у меня было миллион друзей, которым я помог каждому заработать хотя бы от 1 миллиона долларов. То есть, друзья, у меня есть опыт, я пока еще миллион долларов не заработал, я зарабатывал там больше миллиона рублей, там все, кто знает, там ну, хорошо тоже зарабатываю, мне хватает. И те люди, которые обучаются, тоже зарабатывают нормальные деньги. Поэтому, друзья, я хочу поделиться с опытом, кто реально настроен зарабатывать в интернете, кто понял возможность, кто решил, что не будет, как этот папка, который отпускает леща своему сыну, который задает правильные вопросы. Добро пожаловать в команду, зарабатывать будем. Мы сейчас, например, зарабатываем в проекте «Активно Артери», это один из, ну, таких лучших вариантов. Почему, опять же, он? Смотри, не зря я тебе рассказывал про биткоин. Биткоин мы как бы не вернемся, да, там, в 2010 год, чтобы купить там, на всю котлету все там деньги, я думаю, которые у нас бы были, мы бы потратили на биткоин и вернулись бы сюда и стали бы тут мультимиллионерами. Ну не получится никак, нет машины времени. Но есть проекты, которые тоже по той же схеме работают, они ее усовершенствовали. И один из таких проектов — это проект Artery. Здесь то же самое, можно пассивно получать монеты, делегируя их. Не нужно никакие майнинг-фермы, не нужны никакие там, ну, какие-то приблуды, которые надо где-то покупать, хранить, там, электричество они жрут. Просто телефон и минимальное вложение. Можно начинать даже зарабатывать здесь от 200 рублей, купить эту монету, отправить на делегирование, и каждый день ты будешь получать свой пассивный доход до 30% в месяц. Дальше ты увидишь, дальше ты поймешь, что, как зарабатывать. Заходишь в нашу команду, здесь еще активных 5 способов заработка. Можно и ноду поставить себе на компьютер. У меня, кстати, она стоит, тоже приносит. Вообще ничего не надо делать. Вот она просто работает себе и подписывает блоки. За каждый подписанный блок я получаю деньги. И таких способов 5. Для тех людей, которых нету там сразу там вложить там 1000, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, там можно вложить и получать до 30% в месяц. Есть активный способ заработка, туда вход от 25 долларов всего, и можно зарабатывать на 10-уровневой партнерской программе. Если ты скажешь, я не умею, там, я никогда не строил эти команды, я никогда не зарабатывал нормально в партнерской программе, ты не зарабатывал, потому что у тебя не было нормального обучения. Большинство людей не дают обучения, все заводят, там, рифоводят,
Мы же даем обучение, и человек, выполняя эти задания, он начинает зарабатывать. И нету таких людей, которые бы там, ну, не выполняя наши задания, не получили результаты. Опять же, есть и пенсионеры, есть сварщики, есть там мамочки в декрете, которые сидят с детьми, с ними разговариваешь, они выполняют задания, а у них дети на заднем плане бегают, там, орут, и все равно они зарабатывают хорошие деньги, они там больше своих мужей зарабатывают. Мужья, опять же, те же, которые там понимают, что у них кредитов куча, там, какие-то там, ну, проблемы там с ипотекой, тоже все сейчас видят проблемы, что там тот же самый сейчас коронавирус опять новую волну пустят, все сядут дома и все сядут, по сути, на жопу. Ну, так, грубо выражаясь. Потому что работодатели уже там платить не смогут, потому что большинство фирм позакрывается нафиг, потому что все привязаны, так сказать, к этому офлайну. А те, кто сейчас поймут эту возможность и воспользуются, те уже будут зарабатывать хорошую там, я даже не скажу, ну, это даже не зарплата, это доход. Плюс здесь есть еще и активный и пассивный доход. Это, по сути, ваш телефон будет и компьютер печатать вам деньги. Как какие-то там ФРС и там или еще что-то, доллары печатает станок, а у вас будет ну, компьютер или телефон печатать. Поэтому, друзья, смотри, дружище, смотри, тоже тут, ну, вопрос уже отвечу. Вот смотри, осталось всего 4%, 96% этих монет это раскупили, потому что многие видят возможность, пользуются, и все хотят сидеть дома и ничего не делать, и получать там свою, так сказать, дивиденды, проценты каждый день, и жить на это. Поэтому осталось 4%, ну, что произойдет дальше, монет всего 10 миллионов. Осталось там сколько, там 400 тысяч, меньше даже, 300 с чем-то тысяч. Дальше монеты будут продавать только те, у кого они есть, они на делегировании. Они будут каждый день получать эти дивиденды и смогут их продавать. То есть смотри, 10 миллионов монет раскупили за несколько недель. И теперь там пусть даже там 20-30% в месяц, ну в день где-то меньше 1%. Ты сам понимаешь, что это будет. 100 тысяч монет там, ну и при том, что проект, по-моему, еще зашло только всего 1000 человек. Никакой рекламы особо никто не делал. Сейчас, как только распродается эта эмиссия 10 миллионов, будет активная реклама. Об этом проекте узнает очень много людей. То есть создается специально дефицит монет. Монет практически не останется. И об этом проекте узнают, об этой возможности очень много людей. Как ты думаешь, что произойдет? Когда, ну, даже в жизни реальной, смотри, есть дефицит, да, чего-то, и много людей, которые это хотят. Сразу понятно, что цена может вырасти очень сильно. Поэтому, друзья, дружище, смотри, подписывайся на мой телеграм-канал, если ты еще не подписан. Если ты еще не в этом проекте, советую очень присмотреться, заходи на мой канал, читай там все новости по проекту. В закрепленном сообщении есть, как зарегистрироваться, как создать кошелек, как туда купить монеты, как отправить их на делегирование для того, чтобы они приносили тебе пассивный доход. Все изучи, прими, ну так сказать, правильное решение, возьми на себя ответственность за свое будущее. Потому что, ну, ты помнишь этот мем, который «не будь этим отцом», которого дети спросят, а почему папка у наших соседей, например, там, да, папка там на машине классно ездит и не работает, а ты постоянно работаешь и у тебя денег нету. Как бы, я думаю, никто не хочет быть таким папкой. Поэтому, друзья, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Под видео будет ссылка на данный проект, ссылка будет на мой телеграм-канал. Тут все есть видео, как зарегистрироваться по проекту, вся информация, сколько заработано, тоже вот интересно. Значит, за счет повышения за буквально 5 минут там, я заработал плюс 12 тысяч, почти 13 тысяч, только на росте курса. Это тоже, ну, посмотришь, тут все есть, и результаты нашей команды, и вообще о данном проекте очень много чего. Также под видео будет и видео, как зарегистрироваться, будут ссылки для связи со мной. Пишите, друзья, советую принять правильное решение, пока не поздно, потому что, ну, с каждым днем все меньше и меньше возможностей. Все больше людей заходят в интернет, пользуются, и те, кто не успеет, естественно, как бы, это уже будет печалька. Ну, это уже будет на их совести. Мое дело поделиться возможностями. Я не прячу от себя, от других людей, ну, те возможности, которыми я сам пользуюсь и которые дают мне возможность нормально жить и работая просто дома. А дальше уже, дружище, за тобой.
примешь ты эту возможность или пойдешь там какой-нибудь сериальчик сейчас посмотришь, или в танчики погоняешь, а потом через время будешь похож на вот эту вот папку, будешь лещей отдавать своим этим ребяткам. Ладно, друзья, всем большой привет. Все, кто, опять же, все ссылки на проект и на мой телеграм-канал под видео. Желаю всем хорошо зарабатывать и чтобы все мечты ваши сбывались. Друзья, всем пока, всем до новых встреч.